Ну, как вам дела в духовке? А? Сейчас гляну. Ой! Все, доставай. Красавица. Кто это? Не знаю. Иди посмотри. Лисичка, ты чего? Аль, я так больше не могу, все. Но он опять нажрался и требует от меня каких-то денег. Господи. Ну, я говорю, ну нет у меня денег. Он побежал на кухню, кинул все на меня. Я не знаю, за заначкой или за ножом, я не знаю, Аль. Что творит-то? Пойдем, успокойся. Может, тебе валерьяночки? Не, Аль, не надо. Ну, скажите, ну что мне теперь делать? Лесь, ну, так бояться уже тоже невозможно. Бедная девочка. Может, ты себе квартиру снимешь? Какая мне квартира? Я даже комнату не могу снять. Ой, да зашить его надо поганца. Ну, совсем замучил девчонку. Да не хочет он. Нет, ну ладно, он раньше хотя бы просто кричал на меня. Он же бить стал. Это же вообще страшно. А может, ты у нас поживешь? А что, у нас квартира большая. Места много. Пожалуйста, бабуль. Да, конечно, правильно. Трэм, ты веселей. Я не могу. Он же и к вам придет дебоширить. Нет, мне надо вообще в другой город уезжать. Ладно, что-нибудь да придумаем. А может, чайку? Давайте, давайте чайку пить. Вот давай угостим Лесю пирожком. Я к юбилею завтрашнему испекла. Ой, я совсем забыла то, что у вас юбилей. Да, 15 лет. Мне самой даже не верится. Ой. Бабуль, Лесь! А помнишь, Леся же была моей первой клиенткой. Так сказать, подопытной. А, да. Это когда ты хотела из меня сделать блондинку и волосы в синий цвет перекрасила? Ну, типа мальвины. Ну, вроде как. Но я в третьем классе в школу 2 недели в шапке ходила. Все думали, что вообще у меня вши. Зато кто теперь самый лучший в этом городе мастер? Ой, да не загордись, мастер. Аль, а может мне к Вовке уехать? Вовка? Жених новый? Да нет, это мой брат. У тебя ж нет брата. Да он двоюродный. Вы его не знаете, он в другом городе живет. Так. Ну что, давай, Аленька, разливай. Леся! Леська! Леська, стерва, где ты? Вот орёт он. О! Леська! Клава! Поганец, что творит, а? Ой. Ну, посмотри, что со вчерашнего дня ужратый. А Тихос совсем девку замучила. Да. Сначала жену в гроб загнал, теперь за девку взялся. Как же ей с родителями-то не повезло. Да. Фу. Ой. Ой. Ой, Маш, пошли скорее по домам. Пока он еще что на голову не кинул. Ой. Thank you.
Бабулечка. Ой, детка, а что ты так рано? А сама чего в такую рань стала? Ай, да что-то не спится, милая. Видимо, старость. Старость? Какая старость? Да ты у меня самая-самая молодая и самая-самая красивая. Ой, ты знаешь, Аленька, проснулась я. И начала вспоминать, как все с нашим салоном начиналось. Ты еще совсем маленькая была. Ну, я не маленькая была. Нет, ты, конечно, не маленькая. Ты родилась сразу большой и умной. Ой, трудно было. Я помню, все отговаривали. Как такое дело одной осилить? Еще внучка маленькая на руках. Поднимать тебя надо было. Большая? Ну, большая, большая. Я это одна знала и верила. А вот другие сомневались. А мы с тобой взялись и все-все раскрутили. Мы с тобой такие молодцы, бабуль. Да, солнышко, молодцы. А главное, верить надо. И тогда все-все получится. Знаешь, Аленька, запомни, если вдруг что-то захочется сильно, никого не слушай. Верь себе. И все у тебя сбудется. Конечно, бабуль. Я ж такая же, как ты. Такая. Ладно, иди спать, иди. Ну, еще рано, иди спать, я тебя разбужу. Давай, давай. Только разбуди. Бабулечка! Бабуль! Слушай, ну ты как кинозвезда. Да ну вас, девчонки, давайте, бегите. Мне еще 15 минут нужно. А вы там по дороге шампанское купите, ладно? А я скоро буду. Хорошо. Наташ, пожалуйста, держи стул. Шатается. Держи стул. Я не знаю, за что держать-то, господи. Это не он шатается, ты шатаешься, господи. Ты понимаешь, я иначе без каблуков не достану. А иначе я тебя не удержу. Все, да все. Давай слезать. Все, кажется. Так, девчонки уже, по идее, должны быть на месте. Не знаю. Самое главное, мы с тобой тортики купили. Угу. Что нам еще нужно? Ты куда? Ты что, забыла, что ли? Ай, как всегда. Мы думали, у вас здесь что-то взорвалось. Ага, взорвалось. Лена у нас взорвалась. Слушайте, как красиво. Ой, бабуле понравится. Лесь, тебе нравится? Ой, мне очень нравится. Девочки, где хозяйка-то сама? Ой, она скоро будет. Ну что, давайте на стол накрывать. Нужно еще дадуть несколько шаров. Я даду, я. Это очень хорошо, потому что у меня воздух уже весь выдулся. Давайте. Ну? Ну что, девчонки, все готово? Да, у меня все. Так, ну где же она? Ой, девочки, идет! Неси торт. Ой, несу. Где свечки у нас, Лена? Сейчас. Я хочу все это сфоткать. Так. Свечи. Не-не-не. Давай, сфотографируй, когда она будет ходить. Давай. Давай. Есть? Да. Ой, стой. Бабуля? Ирина Львовна. Бабулечка! Ирина Львовна!
Львовна. Девочки, скорую! Бабулечка. Нина Львовна. Бабулечка. Алечка, милая, бабулечка, мама, здесь мама, и пожалуйста, я прошу тебя. Я вас очень прошу, пожалуйста, не надо. Пойдем. Пойдем. Мама, мама. Чай хочешь? М-м. Ничего не хочу. И не могу. Не могу поверить. И не хочу. Алло. Это не Алина, это ее подружка. Нет, не могу. Она умерла. Погибла вчера. Похороны завтра. Что ей передать? Хорошо, я передам, что звонила тетя Зина. До свидания. Слушай, а кто такая тетя Зина? Тебе же вроде бы нет родственников, кроме пропавшего отца. Это его сестра. Двоюродная. Он когда испарился, она с мамой общалась. Ну и с бабушкой тоже. Открытки какие-то отправляла. На 8 марта, на Новый год. Так непонятно зачем. Может, из вежливости. Я ее даже ни разу не видела в жизни. Чего? Коль! Коль! Хватай сумки-то! Господи! Давай! Надо ж хорошие места занять, Коленька! Дорога-то дальняя. Что, мы прёмся туда? Какие нам вообще родственники? Знаешь что, мать знает, что делает. Побольше твоего живу. Если мы не будем помогать, то кто же нам будет помогать? Всем не поможешь. Ну да, конечно. Откуда ты знаешь, когда твоя их благодарность тебе пригодится? Ой. Здрасте. Аля. Да, вы тетя Зина? Господи, деточка-то моя, в горе-то какое. Господи, я как позвонила, да как узнала, что беда такая. От подруги твоей говорю. Это поехали к Аленьке, сиротинушке, сын мой Коля. Вот. А куда можно сумку-то поставить? Куда угодно. Я пойду, да? Чай пока поставлю.
Это Леся, вот подруга. А мы так долго к вам ехали. Так тяжело. Господи, Коленька, на-ка курточку. Фу. Сейчас, чтоб мы так устали. Прям ужас. Фух. Проходите. Присаживайтесь. Да, большая. Что? Нет, ничего, я хотела спросить, много ли завтра народ придет на поминки-то? Я не знаю. Наверное. Бабулю все любили. Да, да. Золотой человек была Ирина Львовна. Вы знаете, я к себе пойду. Вам, если что-то нужно будет, то вы меня позовите. А так, в принципе, Леся здесь все знает, она вам поможет. Иди, иди, Алечка. А мы с Лесей посидим, пообщаемся, чайку попьем. А что, телек у вас только здесь? Нет, телевизоры в каждой комнате. Ага. Коля, чё? Иди чайку попить. Да ну, Мань, не хочу. Спасибо, спасибо. А ты у Ирины в салоне работаешь, да? Нет. А где? Я диспетчер-логист. Логист? Ну, логист – это хорошо. Да. Логист сейчас нужны. А я вот всю жизнь на заводе проработала. Первый раз за 2 года взяла отпуск. Вот такая моя карьера. Угу. Бабушка у Алины умница была. Ведь не побоялась, бизнес открыла, внучке работу дала, вот. А теперь и оставила ей его же. А тут работаешь, работаешь за какие-то копейки, не пойми на кого. А кетчуп есть? Кетчупа нет. А магазин близко? В соседнем доме. Коля! Чё? Сбегай за кетчупом. И пельмешек заодно купишь. Пиво брать? Коль, ну что? Ладно, ладно. Уральских пельмешек-то возьми. В них мяса побольше. Да понял, чё, тупой, что ли? А я вот очень люблю кетчуп. Я вот все с ним ем. Да. С детства. Хотя нет, вру. Детство у меня тяжелое было. Кетчупа не было. Вот. Какая квартира, а? Большая, светлая. 3 комнаты-то? Нет, 4. 4? Так это ж какие денежища-то. А тут работаешь, работаешь на дядю Васю. Нет. Работать надо на себя и только на себя. Ой, чаю напилась, а? Прям восстановилась. Ну, я пойду полежу, отдохну, приду посуду помою. Да нет, нет, не мойте, я сама посуду. Даже не спорь. Тетя Зина приехала подмагнуть сиротки. Какая была женщина. Какая нелепая смерть. Ой, сиротинушка-то моя. Господи. Простите, я хочу побыть одна. Аль, пойдем, а? Пойдем. О, смотри, уже явился. Народ еще с кладбища не приехал, он уже здесь. Лишь бы нализаться, на халяву-то. Хватит орать-то! Ой. Разорались тут.
Дай мой любой повод, лишь бы только нажраться. Ничего святого уже нет. Я, может, по своим делам пришел. Да знаем мы твои дела, да. Алкаш! Андреич, вот какой ты все-таки, как мне стыдно, а? Ну вот народу горе, а тебе хоть бы что? Лишь бы нализаться где. Вот курицы. А ему все, свадьба, что поминки, что едино. Лишь бы подавали, наливали-то. Да у него как жена померла, да, так все и пьет и пьет. Да. Редкий человек была Ирина Львовна. Очень доброй души, светлый, щедрый. Для нас с Леночкой не просто начальница была, а старшим другом, мудрым и все понимающим. Научила нас не только профессии, но и помогала в жизненных ситуациях. Я вот не представляю, как теперь мы больше без нее. Выпей. Об Ирине Львовне много хорошего говорить можно. Душевная она была человек, родной и близкий для всех. Никого не обошла своим вниманием, добротой. Заботилась не только о своих родных, близких, но совершенно о чужих детях, детях-сиротах. Сколько сил и средств она потратила на наш детский дом. Как же мы теперь без нее? Это непоправимая утрата для нас. Непоправимая. Давайте помянем ее. Почему пьяный? Чего не пьяный? Ну, потому что всегда пьяный. Так, отойди, я сказал. Дело, отойди. Андреич, ну, отойди. Тихо. Мне нужно выразить Андрей. Покойнице соболезнования. Завтра выразишь. Пусти меня, Катьке, надо. Да, Андреич, ну... Генка, да, да мне нужно выразить соболезнования, да, покойницы. Потом выразишь. Так, что происходит? Что за шум, а? Да еще на поминках. Я и пришел на поминки выразить свое соболезнование покойнице, как все. Угу, все приличные люди за столом сидят. А ты пьян. Вот иди проспись. Коленька! Что? Коля! Коленька! Коль! Коленька! Зина, пойди проводи товарища. Это вам. Позвольте выразить. Отец, ну ты пойми, у людей спасибо. Такой день. Не надо мешать. Пойдем покурим. Вот есть сигареты? Есть. Пойдем. Пойдем. Ради пойдем. Бога, простите. Сынок мой. Ма, пиво вынеси. Ага. Давайте помянем. Царствие небесное, пусть земля и будет пухом. Генка, сосед, вот козел, на поминки меня не пускал, понимаешь? Все гнобят меня нипочем, даже дочь собственная ни во что отца не ставит, сбежала. Прячься. Там он. У Альки и с матерью твоей. На, бать. Ждет, когда я подохну. Вот ей. Квартира ей все равно не достанется. Я ведь не дурак. Я ее приватизировал. А вот это правильно. Правильно сделал отец. Нынешняя молодежь, она такая. Думает только о себе. Родители не почитают. Не почитает. Я ей говорю, почитай на ночь. Дай отцу на чекушку. Нет, говорит, не дам. Дочь называется. Давай ты.
Лесь, помоги-ка мне. Я к себе пойду. Хорошо. Ты потом заходи. Ладно. Лесь, ты? Ага. Ну что там? Горластая ты, тетя Зина. О! А что ты лежишь-то? Я не знаю, девчонки. Гости все съели. Может, вчерашних пельменей пожарить, а? Лесь, ты это... Остаешься? На тебя жарить? Я остаюсь. Жарить не надо. О, хорошо, тогда на троих. На двоих. Нам с Колей больше достанется. Хорошо, хоть Коля молчит. Нет, слушай, они оба голосом не выдались. Ладно, я пошла. Лесь! Я иду! Добротно. Проснулся уже. О-о-о, давай к чайку попьем, а? Да нет, вы пейте, я не хочу. А зря. Андреич, ты чего? От меня! На поминки не пускай! На улицу! Андреич, ты куда? Да что ты делаешь? Да уйди ты от него! Мужчина, что стоит? Оттащите его! Ага, я не смотрю, я заеду! Мамочка, Андреич, давай! Это Роша отца сказал! Это дочь родную, ты что? Садись. Земелька надо, дочка, земелька. Тогда фингала не будет. Ой. Бедная девочка. У такой красивой девочки и папаши тут алкаш. В общем, сосед вот отказывается заявление писать. Ну и покой. Пойдемте. И вы, как я понимаю, заявление писать тоже не хотите. Он мой отец. Сын за отца не отвечает. Я не сын, я дочь. Напрасно. Не завидую я вам, девушка. Жить с таким отцом небезопасно. Ну, помяните меня, да поздно будет. Да это точно. Может, тебе глазняку? Алло, Вов, это твоя сестра Леся, привет.
Да, да все нормально. О. Ты на самом утреннем автобусе собираешься ехать? Да нет, конечно, я поспать хочу. Да и все равно Вовка только после ночной смены приходит, так что у меня нет смысла туда так рано ехать. Ага. Ты че? Блин. Вот тебе. Да сними ты их уже наконец-то. Аль. Ой. Ну тебе ой. Это он тебя так? Ну а кто? Я ж тебе рассказывала. Ну ты говорила, драка с соседом. Ну так драка с соседом, ну я-то разнимала. Пойдем. Пойдем. Теперь еще эти допрашивать будут. Да не, они спят уже, наверное. Да нет, такие не спят, такие бдят. Девчонки, я вас в окошко увидела. Ага. Раздевайтесь, давайте, проходите на кухню. Я вареников купила, приготовила. Давайте, давайте, давайте. Да, придем сейчас. Слушай, у меня второе блюдо что? Вареники теперь. Ты вообще видела? Она бабушкин фартук надела. Ну так скажи, и пусть снимет. Вообще уже обнаглела. Аля, научись уже ставить людей на место, ладно? Да неудобно как-то. Да чего неудобно? Хочешь, давай я пойду скажу. Ну хватит уже, пора им вообще сваливать с твоей квартиры. Лиз, не надо. Да чего не надо, Аль? Все, я пошла. Не надо, я надеюсь, что они завтра и так уедут. Кто, Зина с Колей? Угу. Быстрее я съеду, чем они. Вот они у меня уже где. Ты чего куртку-то бросаешь? Пошла разбираться. Че, че? А че это ты в темных очках дома? Вот такая. Мода, мода. Ай-яй-яй, вот ведь мода какая. А я вот еще в коридоре заприметила, что у тебя там огромный фингал. М? Кто это к тебе так приложился-то? Упала. Это же надо так удачно упасть. Глазом. Поосторожнее надо быть. А то ведь, не дай бог... И без второго глаза останешься. Да? Угу. Там по телевизору идет передача про похудение. Посмотрите, советую. Да мне-то зачем? Господи, я же девушка и так в теле, ровненькая. А вот тебе нужно вареничков теплых поесть. Для здоровья полезно и для фигурки. Слушай, чего я только не напихала в эту сумку. Мне кажется, самое главное забыла. Ну ничего, потом заберешь. Ну да, главное вообще сюда не возвращаться. Это вещи-то что делать? Такое покупное. Слушай, а Зинкиных-то шмаков нет. Куда они свалили, пока мы спали? А, вон Колины стоят. Никуда. Куда она могла уехать в такую рань? У нее что-то вроде знакомых-то нет. Куда-куда, за пельмешечками. Да, или за вареничками, ну, для сыночки Коли. Если совсем тоскливо будет, то приезжай ко мне. Ну, или я к тебе.
А, не хочется от вас уезжать ни от тебя, ни от папы. У него уже проходной двор там будет в квартире. Или вообще подождет свою квартиру, пока меня нет. Так, ну ты тоже не нагнетай, пока же этого всего не произошло. Ну, конечно. Пока. Надо переждать, все наладится. А там дальше его зашьем. Да кто тебе его даст зашить, он не хочет. Слушай, ну говорим. Мне бабушка говорила, главное верить, и все получится. Верить и ждать? Да. Пока. Пока. Ну, посидим на дорожку. Садись здесь. Ой. Ой. Ну все. Ты, главное, синяк замажь по дороге. А, да, Витка. Все. Пока-пока. Пока. Что-то рано у нас сегодня клиенты. Mm-hmm. У тебя запись? Нет, у меня только Галя на 11. Ой, мы еще закрыты. Ну, вы, конечно, проходите. Здравствуйте. А вы на маникюрчик или на стрижечку? Не-не-не-не. Я тетя Али, ага. Зинаида. Ну, мы с вами виделись на похоронах-то. Точно. Вы извините, мы все в таком состоянии были. Ну, надо думать. Конечно, это не день для знакомства. Да. О, красота-то у вас какая. Да, это, наверное, все Ирина Львовна придумала. И мебель выбирала, и оборудование все сама заказывала. Да, умная женщина была. Угу. А у вас, наверное, клиентов полно. Да, у нас запись за неделю, так что народу хватает. Так это ж здорово. У вас, значит, модный салон. И мастера вы хорошие. Ну, за столько лет никто не жаловался. А могли бы вы, девчонки, что-нибудь такое, знаете, такое-то вот что-нибудь такое. Вот такое вот. Прям, чтобы вот придумать что-нибудь. Ну, конечно, могли. Но что-нибудь такое сделаем. Почему нет? Ну, я такое хотел. Там все с ума посходят. Да, конечно. Полный улет. Полный улет. И это полный гламур. Я тоже думаю. Аленька, давайте чайку налью. Садись. Да нет, спасибо, я водички. Присядь-ка, мне, правда, надо с тобой поговорить. Я посмотрела эти дни и поняла, как тебе тяжело. Ты одна. Родственников нет. Мужа нет. Подруга шалтай-болтай. Ей, дай бог, самой-то разобраться со своими проблемами. И я решила, что мы с Колей пока поживем с тобой. Тетя Дин, я вам очень благодарна за вашу поддержку, за то, что не бросаете меня. Но я справлюсь.
Я не останусь одна, правда. У меня есть здесь поддержка. От девочек в салоне, от соседей. Меня здесь все знают. Я тут выросла. Алечка, милая, ты себе не представляешь, в каком тяжелом положении ты находишься. Но... Ты в стрессе. И очень часто не можешь контролировать свои действия и отвечать за них. У людей после такого горя бывает обычно очень глубокая и длительная депрессия. Тетя Зин. Даже не говори мне об этом. И именно в этот момент появляется нехороший человек, который может воспользоваться ситуацией. Тетя Зин, ты человек умный, рассудительный. Но тебя в данной ситуации оставлять одну нельзя категорически. Хорошо. Хорошо. Как только я увижу, что ситуация стабилизировалась, что как бы все встало на свои рельсы, мы скоренько собираем свои вещички и уезжаем обратно домой. А пока мы у тебя остаемся. Алло, Алёнь, привет. Да. Слушай, вот жалко меня нет, а то бы я бы ей сказала, как в тот раз, про фартук. Да она мне даже рта не дала раскрыть. Я не знаю, что мне делать. Ну возьми и выгони вообще их в свои квартиры. Придется потерпеть. Ну, терпи. Может, дотерпишься когда-нибудь. Проснулся уже. Давай-ка садись завтракать. Я вишенку с сосисками пожарила. Молочными. Спасибо, я не хочу. Как это не хочешь? Нельзя не завтракать. Особенно для молодого растущего организму. Простите, пожалуйста, а вы могли бы больше не одевать бабушкин фартук? Вот полотенце... Об него можно руки вытирать. Ну, что ты так распалилась-то? Да нет, ничего. У фартука он и есть фартук, господи. Ну, испачкал немножко. Для того на кухне-то и есть. Можно и постирать. Ну да, но если вас человек об этом просит, значит, для него это важно. Что за базар-то? Из-за какого-то фартука? Может, для вас это просто фартук. Но для меня... Хотя, все равно не поймете. Да уж куда нам, смертным-то? Больше никогда не включай громче. Понял? Не у себя дома. Хочешь ты вся хозяйку? Покушай. Ну-ну.
А ты надолго, красавица? К обеду-то будешь? Я не знаю. Тетенька, а можно я покатаюсь? Ой, да, конечно. Тебе помочь? Да. Оп. Опа. Покатать? Угу. Спасибо. Меня Диана зовут. А вас как? А меня Алина. А почему вы тут одна сидите? У вас что, нет друзей? Просто захотелось побыть одной, подумать. А о чем вы думаете? Вам грустно? Да, мне грустно. Я когда вас увидела, я сразу так и подумала, что вам, наверное, грустно. А еще... Когда люди говорят, что им надо подумать, это значит, что у них случилось что-то плохое. Какая ты наблюдательная девочка. А ты почему одна гуляешь? А я не одна, я с бабушкой. Диана! Диана! А вот и она. Мне надо бежать, а то она разволнуется. Диана! Но вы не уходите, я еще вернусь, поговорим. Хорошо. Моя хорошая, познакомилась с девочкой? Ага. Подари ей букет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это вам. Ух ты, мне? Да. Спасибо, очень красивый. Не грустите. Моя бабушка, когда мне грустно, всегда говорит, что это тебе обязательно пройдет. Хорошо. Спасибо большое. Бабушка, ей понравилось. Молодец. Умница моя. Thank you.
Коль! Коль, ты где? А ты что здесь делаешь-то, а? Ты что? Ты совсем с ума съехал, а? Я сюда приехал для того, чтобы ты тут у девчонки бабкины деньги воровал, что ли? Да не собирался я брать, я просто... конечно, ты не собирался. Ты хотел просто посмотреть, поиграться, пощупать. Слушай, ты как был остолопом, так и остался. Да здесь столько бабла, она не заметила бы. Слушай, тебе уже 30 лет, и ты никак не можешь завязать со своими воровскими замашками. Головой надо думать, головой надо работать, Коля! Головой! Быстро все аккуратненько собери, положи, чтобы она не заметила. Пойдем-ка на кухню. У меня к тебе разговор есть. Насчет тебя, девчонки, и нашей с тобой совместной светлой жизни. Давай-давай, клади. Алечка? Ой, привет, Галя. Здравствуй, дорогая. Соскучилась по тебе. Как раз вчера к вам забегала на маникюр. Говорили с девчонками о тебе. Как ты сама? Ну, пытаюсь держаться. Да, большое горе. Сочувствую. Спасибо, Галь. Можете на работу выйти? Отвлекает все-таки. Ну, барышни! Может быть. Что стоим? Я вас слушаю. А мне нужен бланк, чтобы перевод денежный отправить. Переводы в соседнем окне. Читайте, все написано по-русски. Спасибо. Хамло. Девушка, заполняйте, пожалуйста, бланк. Вот давай я подержу. Угу. Вам какой перевод? Пожертвование от частного лица в детский дом. Ну, заполняйте. Ого. Только проверьте, пожалуйста, чтобы реквизиты были точные. Так ты у нас благотворительностью занимаешься? Благотворительность – это громко сказано. Так отправляю иногда деньги детям в детский дом. А когда получается, то сама к ним езжу с продуктами и подарками. Это мы еще с бабушкой начинали. И давно? Да еще с самой школы. Она когда-то даже хотела сама усыновить еще. Но нам не дали, так как у нас с ней неполная семья. Спасибо. Девушка, а квитанцию возьмите, пожалуйста. Ой, спасибо. Так что с тех самых пор и езжу. Так, Шиколь, давай-ка без дураков, такой шанс упускать нельзя. Смотри, не испорти все. Такая квартирища, как 10 наших стоит. Я уж не говорю о выручке из салона. Так а при чем тут салон-то? Он же ее. Ну а мы что, сбоку что ли? Родственники какие-никакие. Надо создать такие условия, когда девчонке некуда будет деваться. И ты давай тоже без своих фокусов. Наломал уже дров-то в этой жизни. Да хватит уже. Ну а что ты зенки-то вылупил? Раз у тебя ума хватает грабежами заниматься, да воровать что плохо лежит? Слушай, мать, что гумилит. Да понял, понял. Че это пошли, по-твоему? Ну... Не знаю, сынок, на умного ты не похож. Соль подай. Не граф. Пока. Возьми сам. Пожалуйста,
Свежающий. Сегодня завезли. Ну как? Да. Здорово, Лех. Ну да, что-то я подзавис здесь конкретно. Маман, ладно, нехилый, так что пока здесь. Да он в бар выбрался посидеть. Реально, вообще нечем заняться, движухи никакой. Ну? Слушай, братан, тут такая тема серьезная может нарисоваться. Я пока все не пробил, но может быть такой расклад, что тебе сюда придется приехать. Че ты сразу в отказку-то? Тема реальная, я тебе говорю. Короче, как только что узнаю, дам тебе знать. Все, давай. Братан, а можно погромче песню? Хорошая. Здрасте. О, вернулась. Где пропадал-то? Намокла, небось? Да нет, нормально. Садись, поешь. Я вот картошечки пожарила. А то ты все питаешься одними пельменями, они тебе не нравятся. Да вообще, нет. Куш голодный. Не хочу. А вы не видели вазу тут? Ой, слушай, я ее туда ставила. Там что-то вроде складывала. Она обычно здесь стоит. А ты что за веник-то приволокла? Это не веник, это осенний букет. У нас такой даже корова не жует. Ну, конечно, у нас же корова только пельмень жует. Чё? Ничего, ничего. Погоди-ка маленько. Мне поговорить с тобой надо. О чем вы хотите со мной поговорить? Вот скажи, пожалуйста, почему ты ничего не ешь, а? Я что, плохо готовлю? Ты же ведь даже чаю со мной не попьешь. Сидишь у себя в комнате, даже нос не кажешь. А нам поговорить надо. Надо нам поговорить. Хорошо, давайте поговорим. Да, есть интересная тема. Скажу тебе честно и напрямоту. Ты теперь женщина одинокая. Мужа у тебя нету. Парня надежного тоже. Родственников, кроме нас с Колей, никого. Для того, чтобы вести бизнес и дела, надо быть как железная леди. Да, за себя постоять, с конкурентами побороться, прощелыгам не дать себя обмануть. А у тебя другой характер. Ты не в Ирину Львовну. Вот придут какие-нибудь с фиктивными бумагами отбирать у тебя помещение салона. Что ты будешь делать? А? А ты видела по телевизору про рейдерские захваты, про рэкет? Тетя Дин, у нас очень спокойный городок. У нас практически все друг друга знают. И никогда в жизни у нас не было никакого рейдерского захвата, а тем более еще какого-то рэкета. Сидеть! Ты слишком хорошо думаешь о людях. А их очень много, подлых людей. И нужно всем противостоять. Вот возьмем хотя бы, к примеру, твоих девчонок в салоне, да? Ведь ты же даже за выручкой не следишь. А чек поделать, фу, нечего делать. Тетя Зин, я Лену с Наташей знаю больше 10 лет. Они у нас с первого дня практически открытия салона. А вы их не знаете совершенно. Поэтому вы не имеете никакого права не то чтобы говорить, а даже думать о них плохо. Вам понятно? Я ж тебе пример привела. А не надо. Может, они и девчонки-то хорошие. Да. Но жизнь их меняет. Да, хороших людей на этой земле тоже много. Вот у Ирины Львовны все было под контролем. А тебе в этой ситуации будет очень сложно, потому что ты доверчивый человек с мягким характером. Тебя вокруг пальца обвести, как ребенка обмануть. Поэтому я тебе предлагаю, выходи-ка ты замуж за моего Коленьку. Тетя Зин, вы что, с ума сошли, что ли? А чего он парень-то хозяйственный? Домовитый.
И он все в дом, все в дом. Какой Коля? Вот видишь, какая ты нервная. А в таком состоянии человек теряет бдительность и контролировать не может. Ладно, я молчала. Не хотела вам этого говорить, но вы сами меня вынудили. Вы и так задержались в моей квартире слишком надолго. А теперь вы еще решили выдать меня замуж за своего сыночка. Мне Коля, брат, какой там, двоюродный? Троюродный. А, троюродный. Мы же не какие-нибудь там извращенцы-то. Mm. Это за двоюродного нельзя, а за троюродного можно. А вот в свои давние времена женились даже на кузинах для того, чтобы сберечь состояние. Ну вот вы и сберегаете свое состояние, но без меня. Да я ж о тебе забочусь-то. Mm-hmm. О тебе, Алина. Замуж за Коль. Бред какой-то. Что там со свадьбой-то, да? Не втерпешь, что ли? Да перестань еще. Блин, как в засаде. Кладбище домой, вот и вся жизнь. Знаете, что я вам скажу? Может, хватит уже играть в эту комедию в заботливую тетушку, да? Че ты распсиховалась-то? А я не распсиховалась. Знаете, может, я доверчивая, как вы говорите, как ребенок. Но только доверчивость и глупость — это две разные вещи. Вы зачем у соседей спрашиваете, есть ли у меня парень, а у девочек какая выручка-то у нас в салоне? Как тебе не стыдно? Мне? Да, тебе. Родную тетку, которая в нее в душу вкладывает, ты оговариваешь. Это же, это вместо того, чтобы сказать спасибо, надуваешь щеки и обижаешься. Да, бабушка тебя избаловала. Ты совсем не знаешь жизнь. Вот если тебя оставить на дело-то, ты же бизнес загубишь, деньги разбазаришь. А почему? Потому что за тобой надо приглядывать, как за ребенком. Ты совершенно неприспособленная хозяйка. Это еще скажи спасибо, что мой Коленька согласился взять тебя замуж. Да я не хочу замуж за вашего Коленьку. Он у вас на уголовника похож. А, значит, тебе мой сын Коленька не нравится. Вот в чем все дело. Ага, принц тебе подавай. Да. Королевишна. Значит, так, будет так, как я сказала. Все. Нет, тетя Зина,
Я больше не могу находиться с вами в одной квартире. Вам понятно? Так что давайте уезжайте отсюда немедленно! Я смотрю, Катюхина, машина во дворе стоит. Верка, дай-ка пивка, полторашку. Кому Верка, а кому Вера Сергеевна? Ладно тебе. Какого тебе? Как всегда. Сейчас дай гроши посчитаю. Девушка, водочки пол-литра. Спасибо. О, здорово, отец. Не узнал, что ли? На поминках Ирина Львовна общались, не помнишь? Ага, помню. Нормально. Вот, Малеха, здоровье поправляю. И я тоже. Слушай, может, вместе? А то что-то как-то одному. Я угощаю. Ну, раз угощаешь, не возражаю. Девушка, давайте литр и закусочки какой-нибудь. Сейчас все будет. Ну, давай, Коля, будем. Хороший ты парень. Твое здоровье, Ивань. Ну, давай, заходи ко мне в гости. Угу. Вижу, я теперь один остался. Так что я теперь сам себе хозяин. И себе, и квартире. А дочка? Она здесь не прописана. Угу. Не любит она меня, Коля. Родного отца не уважает. Все же я ей буду квартиру оставлять. О! Пусть сама заработает. Я всю жизнь горбатился. Она нет, хочет на всем готовом. Не помогает она мне, родному отцу. Понимаешь? Ну, еще я и так проживу. Добрые люди найдутся, да, Коля? Найдутся, Ивань. А если что, квартиру продам. Продам квартиру, еду в деревню жить. Дом куплю. На рыбалку ходить буду. Огородик заведу, помидорчики, огурчики, соленая рыбка. Ну, в деревне самогон, сам знаешь. Давай. Я когда в деревню-то уеду, Коль, ко мне приезжай в гости. Обязательно. Мы с тобой рыбачить будем. Хороший ты парень, Колька. Спасибо, дядя Вань. Нравишься ты мне. А знаешь почему? Потому что ты меня уважаешь. Потому что ты ко мне с душой. Ну а как без уважения-то, дядя Вань? Как? Я ведь без отца рос, дядя Вань. Да ты что? Совсем его не помню. Бросил он нас, как только я родился. А я всю жизнь как-то искал того, кто мне его заменит. Он тренер был в школе, я к нему все тянулся. А потом тебя, дядя Вань, встретил. И сразу как-то понял, что душа-то родственная, да? Видишь, хорошие эти бывают, Коля. Меня дочь бросила. Тебя родной отец. Так что мы теперь родственные души. Ну, давай. За нас с тобой. Ой. Алло. Лесенька, привет, господи. Как же ты меня чувствуешь? Да мне очень плохо. Сил уже нет никаких. Какой уехали? Зина такое придумала, ты ни за что не догадаешься. Что значит, с Колей хочешь пожениться? Что за бред? Слушай, давай их выставляй.
Да что значит как? Просто берешь их манатки к чертовой матери и их выставляешь на чем-то сами выгонять из своей квартиры. Девушка, вы еще долго будете решать свои проблемы? Слушай, Аля, у меня тут возникла маленькая проблема. Девушка, вы работаете, собираетесь? Паш, обслужи, пожалуйста. Угу. Вы что-то хотели, девушка? Кофе, капучино. Я же тебе говорю, я пытаюсь. Лесь, ну правда пытаюсь, но это невозможно. Они целыми днями орут, смотрят телевизор, едят сутками, ну... Ну, хочешь, я приеду и помогу тебе их выселить, в конце концов. Ну, и как раз я папу увижу, а? Да нет, тебе не надо приезжать. Ну как, ну не надо, потому что у тебя отец еще из запоя не вышел, поэтому тебе не нужно пока возвращаться. Ну вот прямо сейчас пойду и разберусь с ними. Тетин, давайте-ка собирайте свои вещи, и уезжайте. Автобусы еще ходят, вы успеете на них. Я больше не хочу, чтобы вы оставались в моем доме ни единого дня. Вам понятно? Вот ты насмешила-то. Алиночка, милая, мало ли кто чего хочет в этой жизни, а кто не хочет. Я вдвое старше тебя. Прожила две твои жизни, и мне лучше знать, что тебе нужно. Поэтому не ерепенься, Алиночка. Нам втроем еще жить долго, счастливо. Поэтому в семье должен быть мир. Слушайте, какая вы мне семья? Вы мне не семья. Ключи отдайте от моей квартиры и уходите. О, Господи, тетя Тём. Послушайте меня, тетя Зина. Я с вами не шучу. Вы в моем доме находитесь незаконно. Вот. Распишемся с Колей, и будет законно. Кстати, я забегала в ЗАГС. Очереди совсем нет. Хоть завтра расписывайтесь. Хорошо. Вы ж по-хорошему не понимаете. Ну что это за истерика-то, а? А это не истерика. Это я вам помогу сейчас вещички ваши собрать, если вы сами не можете. А если не захотите, то я прям все ваши вещи в окно выброшу. Вам ясно? Какие мы нервные, да? Какие? Прямо ужас какой. Ну что делать? Я не собираюсь с вами драться! Это ты еще не знаешь, какие драки-то бывают. Милочка моя, вот успокоишься и поймешь, что тетя Зина права. Надо договариваться полюбовно обо всем. Вот, кстати, и жених приехал, Коленька. Приведи себя в порядок. Оп. Ой, Коленька, да ты пьяненький, зайка. Ну что пьяненький, выпил 100 грамм всего, ничего. Да? Так, чисто для аппетита. Мама, жрать хочу. Сейчас мы поужинаем с тобой, солнышко. Я малосольных огурчиков купила. О! Слушайте, тетя Зина, Коля, собирайте свои вещи и уезжайте, я вам еще раз повторяю. Опа, а это что за новость-то, мам? А жениться? Забыла? Да не хочет она за тебя замуж, сыночек. Не нравишься ты ей. Принца ей надо тебе на белом коне. Ты че, Алин? Я рожи не вышел. А ты мне даже очень. Я понял. Я же ей романтического предложения не сделал. Так я сделаю. Исправлюсь. И колечко с бриллиантиком там подари принцессе-то нашей. Или, может, тебе моя биография не нравится? Ну да. Я не герой. Да. Но только на таких, как я, страна держится. Что вообще такое происходит-то?
Убирайтесь, я вам сказала! Слышь, родная, это что сейчас было? Хоть ты пока мне и будущая жена, но с мамой так разговаривать не надо, ясно? Здравствуй, Валенька. Здрасте. Говорят, тебя поздравить можно. Поздравить? С чем? Ну, как с чем? Ты ж теперь у нас невеста. Скоро замуж выходишь. Что за чушь? Вам кто это сказал-то? Маш. Родственница твоя. Мол, за ее сына ты выходишь? Ну. Обманула она вас. Да? Так да. Разве нет? Нет. О, какая, а? Она же не поймешь, что выходит и не выходит. А она у нас девушка с приданым. Всякий позарится. Здравствуйте. Здрасте. Девушка, вы меня простите, благоради, что я вам тут мешаю. Но время уже позднее. Мне надо ворота запирать. Да, конечно. Ухожу. До свидания. Девушка, вас подвезти? А может, все-таки? Да я без денег довезу. А чё ты так поздно гуляешь, Алечка? Вдруг бандиты какие? Насильники? Какие насильники? Здесь нету никаких насильников, Коля, кроме тебя. Тихо, тихо. Ты... Я-то свой. А вдруг залетные какие? Ну так, парни приехали меня навестить, к примеру. А тут девчонка такая симпатичная. Хлоп ее в машину. И повезли в лес. Сама знаешь, что там будет. А потом выкинули на обочину. И все. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Че, страшно, Аленька? Я тебе реально картину рисую. Но мы же не хотим, чтобы это произошло. Правильно? Не хотим. А что нужно для этого делать? Правильно, быть послушной девочкой. Слушать тетю Зину. Выходить замуж за Колю. Усекла? Усекла. Вот и хорошо. Ну что, невестушка моя, пойдем домой? Устал я? Ну тихо, ты расслабься, ты чё? Как там кровать-то, ничего? А то можно на бабушкиной. А ты симпатичная, я тебе говорил, нет? Может, не будем тянуть до свадьбы? Ну, какая ты. Прям будоражит. Ну, давай, давай, давай. Поломайся. Мне, честно говоря, даже так интересней. Хоп!
Есть новости, брат. Не, не хорошие. Просто отличные. Слушай, ну я на днях чувствую дожму этого клоуна. И надо будет вести его в лес на прогулочку. В глухой по грибы, по ягоды. Да он и сам туда перебраться мечтает, я тебе говорю. Бежаешь, брат. Все пополам, я тебе отвечаю. Ты че? Да не гони ты, Леха, ты че? Нас-то в прошлый раз из-за Сереги закрыли. Ну, а в этот раз мы с тобой вдвоем все ровно сделаем. Не-не-не, мне одного срока хватило. На всю жизнь осторожней стал. Короче, я тебе маякну. И будь готов подъехать. Не-не-не, ты че, валун не бери. Тут мусоров на каждом углу по 3 штуки. Да ни к чему, алкаш он. Да я тебе говорю, алкаш конченый. Не, волына нам для других дел сгодится. Покрупнее. Чё? А моя-то? Моя-то со мной. Куда я деться? Куда я без нее? Ну ладно, давай, братуха. До связи. Угу. Подождите, подождите. Значит, вы слышали телефонный разговор, в котором, как вы утверждаете, речь шла об убийстве? Да. И, значит, никаких других фактов, подтверждающих, что этот гражданин, этот Коля, замышляет убийство, у вас нет? Нет, ну разве этого мало? Этого недостаточно. Я бы даже сказал, у вас против этого Коли ничего нет. Но заявление мы обязаны принять. Так что вот... Пожалуйста, пишите все подробно. Нет, ну а как же то, что они сейчас незаконно заняли мою квартиру? Я могу вам доказать, потому что они сейчас находятся в ней. Понимаете, девушка, тут есть как бы моментик. Какой? Они ведь не то, чтобы сами незаконно проникли на вашу жилплощадь. А как? Вы сказали, это ваши родственники. Приехали на похороны. Но то, что они у вас задержались, а вы хотите, чтобы они уехали, это ведь семейные дела получаются. Частная жизнь. А полиция в частной жизни не вмешивается. Но они меня... И факт нарушения закона, получается, отсутствует. Но они меня... Михайлович, ты кобуру мою не видел? Черт, куда же я ее дел?
А вот заявление о готовящемся убийстве вы все-таки напишите. А как его писать? Заявление. Ваше ФИО. Паспортные данные, проживающие по адресу. Прошу принять заявление. Ну, а дальше в свободной форме напишите все, что мне рассказали. Подозреваю, организацию умышленного убийства, ФИО подозреваемого, ну, этого Коли. А я не знаю ни его фамилии, ни его отчества. А что же вы про него знаете? Что он просто Коля и все? Нет, ну вы поймите, ну мне было не до того. Я не узнавала ни его фамилию, ни фамилию этой Зины. Знаете что, девушка? Мы с вами поступим таким образом. Вы узнаете их фамилии и возвращайтесь к нам. И мы у вас заявление примем.